Awake World – это лицензионный сервер, где вы найдете плагины на русском языке. Плагин для создания моделирования кланов. X5 при сборе ресурсов, плагин Remove, магазин и экономику, систему подарков, плагин для личных сообщений и многое другое. Также на сервер каждый день добавляются новые плагины, при этом не вызывая перезагрузку, тем самым не мешая вашей игре. Ссылка на сервер и группу в описании под видео. Подключайтесь. Попробую его забрать. Он же за скалами? Да, ну ты видишь, откуда стреляют? Нет, я за скалами уже бегу просто. А я за Нигой. Смотри, куда я стреляю. Нет, я за Нигой. Я его, вот, я пойму. Вот, обходи его, обходи. Вот я и обхожу. Так. Он с края вот этих скал последних. Угу. Я уже рядом с ним. Хантера включаю. В смысле завис, сука? Да ладно, блядь. Я ебал, сука, нахуй, блядь. Я вылетел. Охуенно, блядь. Я рядом с ним. Сольёт, блядь. Пидораска, блядь. Видеодрайвер перестал отвечать, говно ебаное. Он убегает. Он бежит. Конечно, бежит. К башне. Это, наверное, их парень. Он ближе подходит. Тер, ты где там? Блядь, я строю. Да, блядь, ну подсоби, ёпта, я ж тебе говорю, подходит. По земле бежит. Да. Во, красавчик, я его сейчас сзади заберу. Я сзади него, понял? Угу. Он залазит, залазит в дом. Это я по лестнице иду. Да нихера, он залазит уже, алё. Блять, хавает он. Блять, я в хантере. Я ёбаный рот. Говорю, я залазил, он внизу. А ты херли там делал? С наружной стороны. Справа. Он в левее от тебя, короче. В смысле левее? Ты где он, блять? Я опять умер, короче, блять. В смысле ты умер? Да я ёбнулся, когда ты меня поднял. Спустись, я тебе покажу, где он. Вон туда он убежал, вон, за эту скалу, блядь. Я пошел отходить. Сука. Да, он вот починить, он. Блядь. Угу. Лекаюсь. Сейчас заберем. Пустые, где-то там. Да нет! Топай ты, блядь! Минус. Не стреляй. Все. Экшен, хуекшен, блять. Ротовый ебал. Вы подходите? Да, мы здесь. Под домом кто? Калашников долбанный. Теперь ты под домом? Да. Угу. Тебя убили? Кого? Да это адекват. Не. Живой, нормально. Не вижу его калаша. О, нашел. Все. Так, что у тебя еще-то тут есть? Он сырое мясо, что ли, жрал? Все. Короче, адекват. Отстреливаешь два залпа с гранатомета и выкидываешь его. Угу. Понял? Не забудь. Да. Почему? Ну что, уже все, не рабочий? Нет. Да нет, чтобы им не досталось. Они просто могут его применить нам в обратку. Они там что-то залазят, прыгают. Да, они вообще непонятно чем занимаются. А вы с ним еще закусывались или нет? Да, я троих слил. Вот, и потом они меня убили. Слушай, да они в нашу полость, в нашу сторону палят. Да? Да. Но тебе главное навес взять получше. В кого стреляют? О, в меня стреляют, ёб твою мать. Да ладно. Да. Так а где ты есть-то? Почему террорист там со мной, я а ты нет? На скалу залез. Нахера? Духашники.
Да нахера ты на нее залез, потому что, алло. Блять, я вел между скал. Они не видели меня, блять, мне голова только торчит. Они не могли, они все разом начали на меня смотреть. Вон он нас не видит, Тер, он нас не видит. Угу. Давайте, давайте. Ты, блядь, ебаный. Давай уже сюда иди. Я тебе так скажу, он один. Они занимаются херней, чтобы, блядь, привлечь нас, ебать. Мы сейчас все подходим, блядь, и они толпой накидываются. Да, вот он видит уже. Так. Ну окей. Толпа, значит. Значит, гаси толпу с гранатомета. Ну, стреляют. Да. Уже, блядь. Болтовка у кого? Меня. Вот и снимайте его. А он скидывает лут какой-то. К нам идут. С левой стороны. Назад. Попал в одного из них. Че, отходим? Что давай, отходим, давай, надо подальше, чтобы у них болтовки промахивались. Адекватно. Блять, нам до пусты еще. Так, нет, это... Как только удобная позиция, вали с гранатомета их. Хорошо. Все, вышли на нас, сейчас стрелять начнем. Угу. Шипы он аккуратно. Туда может. Куда? На возвышенность. Вот куда я бегу. Давай. Ну это ВХ. Нет. Можете даже, блядь. И не трепыхаться. Они прямо оттуда сверху стреляют. Я понял, где остальные? Никого больше никто не вижу. Не вижу, да. Так, один спрыгнул, хуйня какой-то. У них там свободный подъем, у них там штурмовые лестницы. Патроны на болтовку есть? Mm-mm. Нет. Там что-нибудь есть? На Томпсон, возможно. В ящиках поройся. Нет, они не идут. Да, у нас тут так, дерево. Так, возле антенны. 2-3 возле антенны внизу. 4 возле антенны уже, блядь. 5. Угу. Ебать, один болт на крыше. Ебать их там, нахуй. Наверху что-нибудь взять будет? Слева. Чуваки, наверх вообще стоит заходить? Смотри. Я без понятия. Зайди. У нас есть лук, просто потом раскидываем. А к Теру загляни. Теру, у тебя нет, есть там? Нет, патронов нету там. Сразу говорю. Возьми пистолет, я тебе смогу выдать 20 патронов на него. Томпсон там можно взять. Так, один. Что они движение начали какое-то. Ну может они как бы реально видят, сколько нас, и не идут в замануху? Ну их-то, блядь, количество превосходит их. Да это помню. Ну знаешь, их количество превосходило, троих я слил. Ребят, ну я не знаю, как вам действительно объяснить. Вот такой дуры мается, помнишь, Бонни играли в Warzed? Ну. Как там, блядь, по Смолвилю, короче, бегали тела по крышам туда-сюда. Только мы выходим на них, ебать, они нас сразу видят, где мы в кустах, там что, ебать, помнишь? Угу. Специально привлекали к себе внимание. Вот и все, вот такая же хуйня. Бегают в аэропорте, блядь. Один может выходить. Ой, блядь, перед... ты меня напугал. Сер, блядь. Спокуха. Что-то похожее, блядь. Так, ну вот мы обошли круто слева. Куда, в кого? Кого-то стреляют, не знаю. В нас, ё-моё. Я почти башкой туда залез на пулю эту, прикинь. Бегут толпой. Нихера их там. Ой-ой-ой. Близненько уже повесили мне. Адекват, где твой гранатомёт? Я наверху на горе. Нет, отсюда не варят. Нет, они ближе же подходят. Смотри, толпой. Отходят? Да. Пиздец, я вылетел. Да что такое-то? Замес с кем-то. Угу. Но они толпой сейчас тут пошли на этого, и сейчас толпой пойдут на нас. Пизда, короче, гранатомету. Отводим их наоборот, Тер, от этого адеквата. Я примерно представляю, где он. Ой, болт сзади.
Я, блядь. А. Сука. Ты зашел уже, все? Да? Нормально? Нет. Индекс с окном. А не, смотри, они убегают вообще. В ту сторону, смотри, толпа бежит их. Че, преследовать будем, игра, блядь. Подожди, адекватно ждем. А, да-да-да. А, и Агига там, чё? Да сейчас подойду. Прям к антенне подходи, там чисто. Я ещё и выстрелил, блядь, сейчас какой-то... Сервис фул. Что ж они там делали? Нормальное количество. Да не, там только с гранатомета. Да, просто видишь, мы втроем не затащим на открытом поле, я имею в виду. Мы можем удержать, если мы за скалу уйдем, только один левую сторону палит, другой правую, а других вариантов нет. Ну вот, они построили эту херню, и что дальше? Вот их лестницы штурмовые. А как это... О, ё-моё! Разрядить? Никак. А только нельзя разрядить? Нету такой опции. Что именно? Ну, калаш или болтовку. ХВ-шный патрон тебе нужен. Короче, другой тип боеприпаса, которого не существует, понял? У нас на данный момент. Понял, нормально. Ну тут я нашел у террористы калаш с 16 патронами и болтовки есть. Одна с четырьмя, другая с тремя. Калаш взять? Возьми калаш. Так, и что они делали-то, я не понимаю. Ну вот, они построили эту херню, что дальше? Мешочек валяется хоть. Они выкидывали что-то с этой башни. Ну, как туда допрыгнуть? И где шкаф? И как они туда допрыгнули? Ой-ой-ой. Они, видимо, пытались, куда не смогли, убежали? Эту хуйню построили. В горы вон туда. Вот он меня видит, блядь. Объясни мне. Ты зашел? Да. Иди к антенне. Мы на антенне. Не жахни по нам с гранатомета. Угу. Нет, они до туда добрались. Ну вон, видим, ту хуйню намутили, да залезли по ним. Отсюда они же, видишь, пытались, наверное, вышло. Да уж. Ну ладно, хоть я им маленько жары дал. Не рыжки пощекотал. Но он адекват спускается. Ё-моё, чуть не упал. Да, я не знаю, у меня тоже так лагает, что... Я спускаюсь. Да, лутай адекват хотя бы. Ой, дай бля! Нет. Ой, бля! О, нормально. Так. Так это я к антенне бегу, бля. Давай. Двое бегут к антенне. Ты по забору идешь? Да. Смотри, чувак выйдет сейчас на тебя. Блять, кто из вас кто-то, нахуй? Блять, я ближе к вам. А, это этот, солдат, ебаный. Какой солдат? Или как его? А, солдат. Хуй, маленький. Так, я за забором, адекват. Я у тебя забрал только гранатомет. Ну так ты заходишь обратно? Я не могу зайти в фул. Ладно, калаш сейчас заберу. Патронов. Не факт, что я далеко пробегу. Может, из-за того, что этим людей много, у меня вообще нереально лагает. Вы у меня руками двигаетесь. У меня просто сворачивается игра, и я зайти в нее не могу. Я все могу делать, бежать, стрелять, но картинка рабочего стола. Все, мне приходится, блядь, закрывать через диспетчер, блядь, и опять заходить. Хорошо, давай тогда тер слезай оттуда, лутаем адеквата. А если у него сейчас все-таки нормализуется, до этого то все нормально было, вот, то идем матрешку рейдить. Да? Я могу адекватно лутануть. Ну, лутай его. Спиздишь у него сейчас патроны. Подожди, стой, он заходит, дождем. Зато у меня теперь травы вообще нет, нахуй. Ты, кстати, охуенно, без травы тащить. У меня типа Майнкрафта сейчас. Ни хера себе. Отвечаю. Блядь.
Водокачка чистая, ржавая какая-то. А, не, бочка синяя сейчас прорисовалась. Это не водокачка. Ну а чё это, я хуй его, блядь. Расскажи нам, тебе виднее. Это говнокачка. Да, кстати, больше похоже на говнокачку. Бра, интересно это, а вот типов я на какое расстояние смогу увидеть? Я думаю, только в упор. Ну, в принципе, мне дальше не надо. Главное, чтобы в упор увидел, ебать. Пацаны, в кого вы стреляете? Да в упор. Все равно я не попаду, ебать. Зря ты себя так недооцениваешь. Не, я тебе серьезно говорю, я пытался. Что-то как-то это, не туда, не сюда, блин. Ну ты все равно беги. Он вот так вот. Через каждые 50 шагов стреляй, короче. И считай, на уровне человека стреляй, может, блядь, там кто обосрется, убежит. Ну да, все-таки как. Не, мы тебя будем корректировать, а Гига правее стреляй, а Гига левее стреляй. О, зал. Кстати, это пыль, знаешь, какая из моих подног выскакивает? В натуре квадратики, ебать. Сыпется реально, ебать. Нормально. Какие-то серо в серединке, ебать, такие белые кружочки, ебать. Ебать. Бля, сейчас уже стемнеет, нахуй. В натуре, блядь. За кем-то уже выехали? А, у меня пожарка ебанула куда-то, походу тут горит. Твой компьютер под ногами, алё. Не, ребята, фальстарт. Накига сидит там в дыму, в тумане уже, нихера не втыкает. А у тебя танец прорисовки сколько гига? 700, он сказал. Сейчас скажу. На ноль ебани. 737. А попробуй на ноль. Увидишь нас? Минималка 500, понял? Сидит там, спрятался за окном. Ебать, что-то стены зеленые стали. Пойдем. Зеленый человек, ебать. Все, погнали. Ой, стрельба. И вы какие-то зеленоватые стали. Нормальные. Это, наверное, солнце садится зеленым дает. Потому что я теперь ночью буду видеть. Еба, вы как будто у меня, знаешь, это ультрафиолет, нахуй. Еба, вот это лагерь. Олень бежит. На взлетку. Полетел. Точнее, он у меня скользит, ебать. Он просто 25, едет. 25, нормально, FPS. Вот это нормально, да. Ой, блядь, меня лошадь пизданула. Тагадык. Тагадык. Ой-ой-ой, что-то это. Нормально. Ой, блядь. Кстати, мне повезло, у меня тут пожарка рядышком. Так, у кого сколько патронов? У меня 64 стак. 59. А где матрешка? Я думаю, матрешки надо пробивать чисто центр. Просто, ну, пополам. Да? Стрелять в одну и ту же точку. Пойми, что-то вибрирует, ебать. Мой руль, ебать. А, вот это матрешка? Нет, да, вон. Ребят, мне, по-моему, патрончики раздать. Раздавай. На калаш? Сюда к скале идите. А где? Сука. Так, 14 делается, вот стак. 14 на 3, это... А ты ж пистолет магита. У меня и калаш есть, давай мне патрики, быстро. В смысле, блядь, я тебе скинул, сейчас в хэд дам нахуй. На, держи. Не попадешь. Ага. Вот еще гига. Все, да хорош, мне много не надо. Я зажму чисто обойму. В упор стреляют. Давай, гига, ты же затащишь. Вы там долго будете разбираться? Я говорю, у меня здесь человек. Где? А где ты? Он с аэропорта бежит к матрешке, судя по всему. Ебать, у меня FPS упал. А, вон он, вижу. Это наш стоит, прыгает. Это наш, да. Я нашего искал. Че за хуйня? Придется в кустах. В кустах придется ждать ночь. Ну все, можно пока ночку поугарать. Я занял позицию. Он по вам стреляет? С аэропорта, блядь. Кустов не видно, наверное, да? Так нахуй, я засел, короче.
Так, все, начинает конкретно светать. Что будем делать? Сначала убить его в окне, и потом стрелять по центру. Мастером попробуем его, короче, вынести. Его убить попробуйте, да? Да. Ну что, вы готовы? Да, я уже подхожу. Я попробую. Я тоже крадусь. Скажите мне, я когда его не вижу. Готовы будете. Давай ты, блядь, залази, сука. Никчемное жалкое создание, блядь. Если вы его не добьете, стрелять ему туда? В окно. Я скажу, если че. Да, нам надо встретиться все вместе. Возле дома. Прям к дому надо? Да. Хэдшот. Убит? Да. Все, да. Достал грунтомет. Давайте, кройте меня. Ой, блядь! Не-не-не, там есть. Там второй! На крыше прям. Блядь. Надо в дом идти, под юбки залазить. Давай, у него деревянная. Под юбку ставить эту? Я ставлю. Нет, лестницу не ставь пока. Я ставлю лестницу, как не ставить-то? Юбку разбиваем. Топор есть, бью. Он лутает себя. Это вы наверху, да? Я уже на юбке. Подсобите кто-нибудь, ни у кого инструментов что ли, блядь, нету? Есть, у меня кирка. Иду. Угу. Я вот слева крою. Угу. Так, я приближаюсь тоже. Почти разбил. Над нами. Лестница. Над нами. Лестница есть? Да, нет. Ладно, ставлю. Все, наверху. Это херня, ты лаганая, блядь. Готов. Так, ну что, ребят, долбим здесь прям, центр у них, да? А там, смотри, мы не сможем. Вон он в вышке, он в вышке. Угу. Там лестница у них в окно, кстати. Можно попробовать, давай? Тобой. Ставлю. Не, подожди. Там же есть прикрепленная. Наша с адекватовском. Помощь. Давай всажу ему с гранатомета туда. Вот, смотри, я почти наверх поставлю. Тер. Подожди. Хуй знает, что там было, я им вроде в ответ потом. Вот сюда мы на козырек, вот туда в окно не залезем разве? Нет. Там нет, просто нет. Есть лестница уже. А, да. Лестницу поставлю и залезем. Попробуй. Что-то должно выйти. Давай. Левой кнопкой. Во. Бля, низко. Осторожно. Вот он, труп его. Нихера что-то не лезет. О, залез. Он облутался. Что это? Два бинта забираем. Кого? Меня попали. Да хуйня. Блять, я в периметр к ним ебнулся. Я вылезу. Угу. Тут это без двери проем. Рецепт шприца изучил. Дерево, ловцы. Дерево. По траве тут бежит. Это я. Точно? Да, я. Окей. Залази. Так. А что вот это? Хедшот. Так, я залез к тебе. Вышка, хедшот. Отлично, я им тоже, кстати, я пиндюрил. Не знаю, живой он, нет. Вроде живой. Я залазил. Так и что делаем? Потолок ему? Идите сюда, посмотрите, тут есть хуйня какая-то. Нет, ебать. здесь тупик. Двери, тихо, все. Вот террорист, видишь, там эта лестница как ну. Да тихо, бля. Мне нужен один, да, в прикрытии. Где? Тихо. С двух сторон пойдут, походу. Вы в доме туда залезли, чё? Да. А Гик, у тебя лестница осталась? Да. Скинь сюда, где. Давай мне кидай быстрее. Просто дроп ее. Вверх смотри аккуратней. Он, короче, всё. Пошел себе лутать. Я подниму. Бля, быстрее. Я под ними. В смысле под ними? Тут можно в окно залезть. А, на второй башне? Я в вышке. Занял ее, да? Да, я ее занял, все. Я тоже залез сюда. Адекват, ты со мной. Он на меня сейчас будет выходить, судя по всему.
Нет, тут всего один подъем к нам вроде бы. Они внизу под нами ходят. Да, вот центральная дверь. Вот эту лестницу поля, Гига. Вот и вот из этой двери они должны выйти. Хорошо. Этот хуй облутанный. Жрет. Да-да-да. Понял? Нам надо здесь взрывать потолок. Он, значит, это захилился. Потолок, значит, надо взрывать. У него здесь лут. Так что, залазим на крышу и крышу хуярим. В смысле залазим на крышу? Вот здесь и надо бить, где мы стоим. Да? Да. Мы ж тут подохнем, нахуй. Ну, я один останусь. Нет, идет пикает. Да-да. Под нами проходит. Ну, к башне идет. Подъем-то вроде на башню, чтобы к вам попасть. Идет да, к вам, да. А Гига, жди. У тебя только болт, что ли? У меня калаш. А, все. Да, то есть. И у нас здесь топает. Адекват. А улица где-то бегает. Тихо-тихо. Блядь, он ждет, он нет, по лестнице. Идет, кажется. Нету. Они засели. Тихо-тихо-тихо. А Гига? О. Дверь у нас здесь он. Ну слушай, шаги. Слышишь? Блять, успел закрыть. О, лутай его. Патроны. Так. Че, адекват, пробуем? Взрывать? Да. Все, одного я залутал, калаш внутри. Отходи отсюда за мою спину туда, на лестницу. Или туда на лестницу, да. Бля, если сейчас лаганет, вообще труба. Может к нам к вам прийти? Я знаю, как я буду бить. Все, я понял. Стой! Это что-то... Бля, у него вот этот центр адекват, это я подхожу. У него, судя по звуку, вот здесь вот где-то центр будет. Где? Ну, пиздят. Вот. Ну ладно. Где? Стой, не стреляй. Вот здесь я... Ну вот этот наш, походу, на тайминге сейчас. Что-то выкинул. Я пинт ёбнулся. И вот, адекват, вот я. Ты видишь меня? Вот, судя по звуку, он вот здесь вот находится. Бинт? Выкинь сюда его. Вот. Так, надежда. Ну и как ты собираешься сюда стрелять? Тут тесно, блядь. Смотри, а вот дверной проем. Не понимаю, это на улицу? А Гига, готовься. А, на улицу. Ага. Короче, один живет в одном корпусе, другой в другом корпусе. Я думаю, все-таки здесь пробую взрывать. О, у нас. Вот он идет. Слушаем. Тихо. Хуй его туча тамбуров. Все, вот он пришел. Как я тебе и сказал, он здесь в центре. Ну окей. Гугл. Будем пробовать. Я знаю, как примерно стрелять. Адекват, видишь меня? Все. Если что, беги сюда, за гранатометом. Блять, только бы повезло.